Столицу сегодня накрыл снег с дождем, и город оказался не готов к внезапной смене погоды. Осадки парализовали движение не только на дорогах, но и повлияли на авиасообщение. Рейсы в столичном аэропорту задерживали как на прилет, так и на вылет. Из-за обильного снегопада там просто не успевали расчищать взлетно-посадочную полосу. Бахтияр Даркеев о последствиях непогоды. Выпавший сегодня в столице снег с дождем парализовал движение транспорта. Из-за непогоды на дорогах образовались заторы, увеличилось число аварий. В полиции сообщили, что за последние сутки в городе произошло свыше 80 ДТП. И это неудивительно, ведь даже основные магистрали сегодня с утра больше напоминали каток. В то же время в Акимате заявили, что на очистку снега направили 2000 рабочих и свыше 1000 машин. Непогода вмешалась и в работу аэропорта, хотя местная техника и старалась вовремя очищать взлетно-посадочную полосу, но избежать изменений в расписании все равно не получилось. В аэропорту Нурсултан Назарбаев были задержки 16 рейсов, 10 на прилет, 6 рейсов на вылет. Главная причина – это метеоусловия, из-за обильных осадков задержались рейсы. Но нужно уточнить, что эти все рейсы были утренние, сейчас потихоньку все восстанавливается. Взлетно-посадочная полоса очищается буквально каждые 10 минут. Некоторые авиакомпании все же предпочли не рисковать и отменили несколько рейсов. Возобновить полет удалось лишь после обеда. А вот школьников, напротив, попросили оставаться дома. Учеников второй смены с нулевого по четвертый классы по распоряжению местных властей перевели сегодня на дистанционное обучение. Температура воздуха сегодня в городе поднималась выше нуля, но уже завтра, по прогнозам синоптиков, она пойдет на спад. Столичные полицейские сегодня попросили автомобилистов быть внимательнее на дорогах, ведь подтаявший после обеда снег на дорогах уже завтра вновь превратится в ледяную корку. Бахтияр Даркеев рассказал о непогоде в столице.